Мишка очень любит пить чай с цветочным медом, который делают его пчелы. Только вот беда, мед кончился, а чай стынет. Помоги пчелкам добраться до ближайшего свободного цветка, собрать пыльцу и вернуться обратно в улей. Для этого выбери сначала пчелу, а потом нажми на ближайший к ней свободный цветок. И пчела полетела собирать пыльцу. Как только пчела собрала достаточно пыльцы, тебе надо направить ее обратно в свой улей. А там из пыльцы они сделают мед, который так любит наш Мишка. А теперь попробуй сам. Вот увидишь, в этом нет ничего сложного. Переходим к игре. Вот и первая пчела отправилась за пыльцой. Молодец! Отлично! Умница! Молодец! Отлично! Умница! Молодец! Отлично! Больше пыльцы эта пчела уже не сможет унести. Умница! Молодец! Отлично! Умница! Молодец! Отлично! Больше пыльцы эта пчела уже не сможет унести. Больше пыльцы эта пчела уже не сможет унести. Отлично! Пчелы хорошо потрудились. Теперь у Мишки снова есть мед. Попробуй еще разок и собери еще больше меда, направляя пчел на свободные цветы и обратно в улей.